Здесь председателям надо отдать должное тем, которые действительно среагировали на информацию о том, что будут холода. Ну и вообще это планомерная же работа. Многие председатели именно планомерно там, где пытались заменить сети, увеличить трансформаторы, увеличить в том числе нагрузку на эти трансформаторы. Да? Не увеличить, а увеличить трансформаторов, чтобы не была нагрузка на эти трансформаторы. Вот этим председателям я хочу сказать огромное спасибо. И вот эти СНТ, они пережили холода. К сожалению, есть и те садоводческие общества, которые сегодня не захотели готовиться к сезону. Да, летом, как говорят, да, готовься, а не летом, чтобы хорошо покататься. Ну вот получили то, что мы, к сожалению, получили.